Чувашский академический драматический театр закрыл 101 сезон. Под занавес зрители увидели спектакль «Проклятое племя». Керем, Кирхагунда. Аксана Лайхта Шонжен. Шерденьки. История чувашского народа, рассказанная через человеческие судьбы. Премьера состоялась в мае. Полный аншлаг был и в другие дни. Так что вполне понятно, что при закрытии сезона выбор пал именно на него. Расставание со зрителем всегда наполнено грустью. Но перерыв нам необходим, отметил художественный руководитель Валерий Яковлев. Первая премьера осени – постановка по Чехову «Чайка». Последние 100 лет этот классик мировой литературы не звучал на сцене Чувашского театра. Я страшусь драматургии Чехова, чувствую постоянно свою неготовность. Да и сегодня тоже я считаю, что недостаточно готов для того, чтобы поставить Чехова на сцене. Настолько он хрубок, настолько он изящен и вместе с тем очень глубок и своеобразный драматургия. Весь мир ставит его. Ну, так вот, все-таки решились. Осенью будет премьера. Будет называться не «Чайка», а «Пять пудов любви». Кроме этой долгожданной премьеры планируют поставить пьесу Николая Терентьева «Что такое счастье». Будет и детский спектакль «Как Данила счастье искал». Актер Николай Сергеев на сцене Академического театра почти 36 лет, но каждый раз с нетерпением ждет новых ролей. В молодом возрасте, ну, мне больше давали роли такие героев, допустим, Вайдар, там, Сен-Диер, Саламби Алмазов. С возрастом такие роли были, ну, более солидные. Теперь уже начали давать возрастные, совсем возрастные роли. Еще одна постановка «Раб дьявола» Якова Ухсая в этом году получила грант главы республики. Она тоже появится в новом сезоне. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, «Республика».